Детское радио представляет. Поговорим по-итальянски. Привет, я вернулась с работы, как дела? Come stai? Так себе, così-così. У тебя что-то случилось? Нет, просто скучно. День рождения прошел, Новый год еще не скоро. Это мои самые любимые праздники. Разве для того, чтобы не скучать, обязательно нужны праздники? Нет, конечно, но я так их люблю. Вот в Италии, наверное, праздников полным-полно. Праздники в Италии бывают не каждый день, но их немало. Я так и думал, вот бы побывать в Италии на празднике. Да, было бы неплохо. Но сейчас нам пора начинать занятия. Вот только возьмем нашу книгу про Пиноккио. А вот и я. Чао, Ксения. Чао, Андреа. Чао, Пиноккио. Siamo contenti di vederti. Мы рады тебя видеть. Я уже решил, что вы про меня забыли. Что ты, Пиноккио? Как тебе только это в голову пришло? Мы же должны помочь тебе вспомнить итальянский. Приключения Пиноккио столько раз переводили, что на твоем месте всякий бы забыл свой родной язык. Без тебя скучно. Что ты заладил? Скучно, скучно. Мне вот, например, всегда весело. Кстати, вы тут про праздники говорили. Или мне это через обложку послышалось? Нет, не послышалось. Обожаю праздники. Что-то я забыл. Как по-итальянски праздник? Праздник будет феста. Феста. Пиноккио, в твоей сказке были праздники? Однажды фея с голубыми волосами разрешила мне пригласить в гости всех моих друзей и приготовила угощение. Кофе с молоком и бутерброды, намазанные маслом с обеих сторон. Вот. В тот день она собиралась превратить меня из деревянного мальчика в настоящего. Ведь я уже почти совсем исправился. Хорошо себя вел и даже стал первым учеником в классе. Жалко, что праздник не получился. Не получился? Почему? Ну, погода испортилась, и никто не захотел выходить из дома. Пиноккио, твой нос растет. Ну, я перепутал. Просто у всех гостей заболел живот. Нос стал еще длиннее, Пиноккио. Он уже высовывается в окно. Смотри, на него сел воробей. Ой, 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 кыш, это же мой нос! Видно, ничего не поделаешь. Придется рассказать правду. Вечером, накануне праздника, я встретил моего друга по прозвищу Фитиль. Он-то и уговорил меня убежать в страну удовольствий, где мы развлекались 5 месяцев, пока не превратились в ослов. Стыдно вспомнить. Не расстраивайся, ведь потом все кончилось хорошо, и ты действительно исправился и стал настоящим мальчиком. Ты прав. А 7 июля 2011 года весь мир отмечал мой юбилей. Вот это был настоящий праздник. Ведь ровно 130 лет назад писатель Карло Коллоди опубликовал первую часть моей истории. Я столько поздравлений получил. В честь меня в интернете даже конкурс устроили. Кто лучше соврет? Ничего себе конкурс! Эх, жалко, мы о нем не знали. Мы ведь и с днем рождения тебя не поздравили. Кстати, мама, как по-итальянски день рождения? И как с ним поздравляют? День рождения по-итальянски «Compleanno». «Compleanno». Если ты хочешь кого-нибудь поздравить, нужно сказать «Tanti auguri». «Tanti auguri, Pinocchio». «Grazie». «Спасибо». Поговорим по-итальянски. А как называются другие праздники? Рождество и Новый год, например. Рождество по-итальянски «Натале», а Новый год «Каподанно». А как с ними поздравляют? Например, можно сказать так: «Бон Натале» – с Рождеством. «Бон Натале». «Феличе Анно Нуово» – счастливого Нового года. «Феличе Анно Нуово». А Рождество и Новый год в Италии отмечают так же, как в России? Отличий много. Например, перед Рождеством, кроме, а иногда и вместо елки, ставят вертеп. По-итальянски «пресепе» – маленькие фигурки, изображающие сцену Рождества. Вертеп делают заранее, а фигурку младенца Иисуса кладут прямо в рождественскую ночь. Итальянские семьи как будто бы соревнуются, у кого выйдет красивее. Собирают в лесу мох,
покупают или мастерят человечков, домики, фигурки животных, деревья. Иногда даже устанавливают маленькие лампочки и настоящие водопады. Особенно любят вертепы жители города Неаполь. Там есть целая улица, где продаются только принадлежности для вертепов. Как интересно, а Новый год в Италии не празднуют? Еще как празднуют. Рождество – семейный праздник, а Новый год итальянцы обычно проводят с друзьями. Гуляют, веселятся, запускают фейерверки. А еще в Италии принято в новогоднюю ночь выбрасывать прямо из окна старые вещи. Ничего себе! Тогда лучше сидеть дома, а то пойдешь гулять, а тебе шкаф на голову свалится. К счастью, эта традиция почти исчезла. Вряд ли на тебя упадет что-нибудь тяжелее конфетти. Кориандоли. А вот раньше такое вполне могло произойти. Андрей, что ты делаешь? Ух ты, как красиво! Мам, у меня в ящике с Нового года остался пакетик конфетти, а ты мне про него напомнила. Вот я и решил вас посыпать. Правда, здорово? Здорово! Только чур пылесосить будешь ты. Договорились. Замечательные разноцветные кружочки. Вот красный, а вот желтый и синий. Кстати, а как эти цвета называются по-итальянски? Красный – россо. Россо. Желтый – джалло. Джалло. Синий – блю. Блю. Ксения, а как по-итальянски цвет? Цвет – колоре. Колори – цвета или краски. Колоре – колори. А этот кружок наполовину голубой, наполовину розовый. Голубой – адзурро. Адзурро. Розовый – роза. Роза. А еще здесь есть конфетти зеленого, оранжевого и белого цвета. Зеленый – верде. Верде. Оранжевый – аранчоне. Аранчоне. Белый – бьянко. Бьянко. А вот черного и коричневого цвета тут нет. Да, правда. Но давайте их все-таки назовем. Черный – неро. Коричневый – марроне. Неро, марроне. Здорово ты, Андрей, придумал с конфетти. Как будто бы у нас Новый год наступил. Мама, а как по-итальянски подарок? Подарок? Регало. Регало. А итальянские дети получают на Новый год подарки? Можешь за них не беспокоиться. Получают и даже два раза. На Рождество, а не на Новый год, как у нас. От Деда Мороза или от Младенца Иисуса. А второй раз на праздник Богоявления, 6 января. От ведьмы по имени Бефана. Везет же некоторым два раза подарки. А как по-итальянски Дед Мороз? Баббо Натале. Натале? Рождество. Это мы запомнили. А что значит баббо? Баббо – папа. На юге папу называют папа. А на севере баббо. В Италии так часто бывает. Баббо Натале. Папа Рождество. Правильно, Андрей. Баббо Натале приезжает ночью на оленях. И дети оставляют для них на пороге дома молоко и печенье. А эта ведьма Бефана не страшная? Ну, как тебе сказать? С виду она похожа на Бабу-Ягу. Но с крючком, с бородавками. Одежда в заплатах, разбитые башмаки. Да и летает она на метле. А характер у нее получше. Послушным детям Бефана кладет в носки подарки и сладости. Я бы приготовил носки побольше. Дети в Италии именно так и делают. А непослушным детям вместо подарков она приносит уголь. Представляю себе, как это обидно. Да уж, хорошо, что я теперь послушный. Если бы я остался таким, каким был в начале моей сказки, то не видать бы мне подарков, как своих ушей. Открою вам один секрет. Итальянские родители договорились с Бефаной, и она приносит детям съедобный сладкий уголь. Вот это да! Я бы его с удовольствием попробовал. Бефана обычно приносит детям и то, и другое. Немного подарков и немного вкусных угольков. Ведь каждый ребенок иногда слушается родителей, а иногда нет. Это точно. Мама, недавно я читал книжку Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». Там тоже была ведьма, которая разносила подарки. Хорошо, что ты про нее вспомнил. Джанни Родари – известный итальянский детский писатель. Автор «Приключений Чиполлино», «Джельсомино в стране лжецов», «Сказок по телефону» и еще многих-многих книг для детей,
рассказал как раз про Бифану. Только в своей истории он превратил ее в жадную хозяйку магазина игрушек, которая разносит подарки только тем детям, чьи родители могут за них заплатить. Когда игрушки убегают из магазина на игрушечном поезде «Голубая стрела» и отправляются искать бедных детей, которые остались без подарков. Это очень интересная история, Пиноккио. Советую почитать. Хорошо. Вот позанимайся еще чуть-чуть и прочитай ее прям по-итальянски. Отличная мысль. Поговорим по-итальянски. Рассказывать про праздники можно бесконечно. Итальянские дети, например, очень любят карнавал – карневале. Его празднуют тогда же, когда у нас Масленицу. Даже самые маленькие гуляют по улицам в маскарадных костюмах. Самый известный карнавал проходит в Венеции, удивительном городе на воде. Мы еще обязательно поговорим и о самой Венеции, и о карнавале. Пиноккио, если ты не против, я как-нибудь наряжусь с тобой. Приделаю нос подлиннее. Мне это будет даже приятно. А 15 августа все итальянцы, если вдруг кто-то еще не в отпуске, уезжают из городов на море или в горы, устраивают пикники и купаются. Найти магазин, открытый в этот день, бывает непросто. Это Феррагосто, или официально католический праздник Вознесения Девы Марии. Как много мы узнали сегодня. У меня даже голова разболелась. Как это сказать по-итальянски? Бедный Пиноккио, у меня болит голова. О маль ди теста. О маль ди теста. Наверное, придется обойтись без путешествия в Италию. Жалко, конечно, но если у Пиноккио болит голова, то ничего не поделаешь. Ладно, я потерплю. Тогда я достаю волшебную палочку. О маль ди теста. Давайте произнесем заклинание. Сосчитаем по-итальянски до 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Интересно, какой сюрприз нам преподнесла старая волшебная палочка сегодня? По-моему, мы здесь уже были. Ха, да ведь это же комната нашего друга Микеле. Мне кажется, тут что-то изменилось. Всюду порядок, воздушные шарики развешаны. Воздушный шарик по-итальянски – паллончино. Похоже, здесь готовится какой-то праздник. Я догадалась. Перед отправлением Пиноккио жаловался на головную боль. О маль ди теста. Палочка перепутала. Теста по-итальянски голова. А праздник феста. Очень похоже. Теста, феста. Всего одна буква отличается. Смотрите, а вот и сам Микеле. Какой он нарядный. Даже галстук надел. Сейчас я с ним поздороваюсь и спрошу, почему он такой красивый. Чао, Микеле, коме май сей кози белло? È il mio compleanno. Это его день рождения. Oggi compio 11 anni. Сегодня Микеле исполняется 11 лет. Как здорово, che bello. Tanti auguri, Микеле. Поздравляем тебя, Микеле. Grazie, aspetto i miei amici. Спасибо, я жду моих друзей. Fra poco comincia la festa. Скоро начинается праздник. Сейчас я спрошу Микеле, какие праздники он любит больше всего. Quali sono le tue feste preferite? Sono il mio compleanno e il Natale. Мой день рождения и Рождество. A Natale prendo regali due volte. На Рождество я получаю подарки два раза. Me li porta il Babbo Natale e la Befana. Мне их приносит Дед Мороз и Бефана. È una strega che vola su una scopa e porta regali ai bambini buoni. Это ведьма, которая летает на метле и приносит подарки хорошим детям. A bambini cattivi invece porta il carbone. А плохим детям она приносит уголь, карбоне. Ma ora sento i miei amici che arrivano. А сейчас я слышу, что идут мои друзья. Теперь я пожелаю Микеле хорошо повеселиться и попрощаюсь с ним. Buon divertimento! Ciao, Michele! Ciao! Пока! Вот мы и дома. Давайте вспомним, чему мы сегодня научились. Про праздники мы уже можем сказать очень многое. Феста – праздник. Феста. Феста. Комплеанно – день рождения. Комплеанно. Комплеанно.
Tanti auguri, с днем рождения. Tanti auguri. Tanti auguri. Natale, Рождество. Natale. Natale. Capodanno, Новый год. Capodanno. Capodanno. Buon Natale, с Рождеством. Buon Natale. Buon Natale. Felice anno nuovo, счастливого Нового года. Felice anno nuovo. Felice anno nuovo. Babbo Natale, Дед Мороз. Babbo Natale. Babbo Natale. Regalo, regali. Подарок, подарки. Regalo, regali. Regalo, regali. Стрега, ведьма. Стрега. Стрега. Карбоне, уголь. Карбоне. Карбоне. Паллончино, воздушный шар. Паллончино. Паллончино. Кориандоли, конфетти. Кориандоли. Кориандоли. Карневале, карнавал. Карневале. Карневале. Мы выучили названия цветов. Россо, красный. Россо. Россо. Джалло, желтый. Джалло. Джалло. Блу, синий. Блю. Блю. Адзурро, голубой. Адзурро. Адзурро. Роза, розовый. Роза. Роза. Верде, зеленый. Верде. Верде. Аранчоне, оранжевый. Аранчоне. Аранчоне. Бьянко, белый. Бьянко. Бьянко. Неро, черный. Неро. Неро. Марроне, коричневый. Марроне. Марроне. Колоре, цвет. Колоре. Колоре. Колори, цвета, краски. Колори. Колори. И еще. Теста, голова. Теста. Теста. О, мал ди теста, у меня болит голова. О, мал ди теста. О, мал ди теста. У нас был замечательный день, и теперь мне совсем не скучно. Пиноккио, а как твоя голова? Головная боль прошла, я отлично себя чувствую. Поговорим по-итальянски. Я понял, что для веселья особый повод не нужен. Когда ты к нам приходишь, Пиноккио, это уже праздник. Мне у вас тоже нравится. Жалко, что нам пора прощаться, но ничего не поделаешь. Чао, а тут ты. Всем пока. Чао, Пиноккио. До скорой встречи. А престо. Поговорим по-итальянски.